У нас ночью был такой страшный ливень. Смотрите, теперь море по дороге к морю образовалось. От своего дома иду на пляж. Теперь на море хожу вот по такому переходу. В прошлом году построили. Поднимаюсь я на лифте, а то там ступенек очень много. Вообще не работает. Будут ремонтировать. Придется по ступенькам. Говорят, что это из-за воды. От сильного дождя. Все бывает. Вот эти дома. Я думаю, что во многих регионах российских такие есть. Они были построены сразу после войны нашими военными. Здесь был гарнизон российский, а теперь уже много лет живут просто болгарские семьи. Ну вот еще красавицы розы белые. Вот эти сейчас... Как они все распустились хорошо. Красиво. А вот там... Не знаю, представить себе можете или нет. Это самое настоящее гранатовое дерево. И уже зацветает. Бутоны набирает. А вот там, видите, прошлогодний даже гранатик висит. Обычно стрижка у меня гораздо короче. И вот сейчас все думаю, стричься, не стричься, то ли дальше растить, то ли как-то формировать, модулировать. Может, вы подскажете? Вы только посмотрите, какая красота, какое раздолье. И вот этот огромный пляж сегодня практически в моем индивидуальном распоряжении. Это весьма кстати, потому что прихожу я на пляж совершенно не для того, чтобы здесь полежать, а в первую очередь для того, чтобы сделать специальную гимнастику для спины, без которой я просто не могу жить, чтобы напитаться вот этим солнцем, морем. Я уже плаваю. По дороге домой зашла в супермаркет. Мне надо сахарный песок купить. Сейчас ягоды уже пошли. Тут варенье варю, пироги пеку с ягодами. Так, ну цены примерно все плюс-минус в районе 1 лева. Чуть побольше, поменьше. А 1 лев это половина евро. А вот на этом маленьком базарчике как раз абрикосы куплю для пирога. Черешня у меня дома есть. Такая. Ну, иди по глазу. Ой, такая киска. Ай. Хочу попробовать приготовить мчади. Рецепт, конечно, высмотрела в интернете. О, как скворчат. Если честно, такие кукурузные лепешечки первый раз делаю. Но, как всегда, внесла и свои 5 копеек. Добавила туда лук парей и брынзочки. Болгарский акцент. Маску нанесла на лицо. Сейчас минут 15 полежу и буду в город собираться. Как приятно и интересно провести вечер. Да, в Варне огромный выбор, в том числе и бесплатных, совершенно бесплатных мероприятий. Сегодня решила зайти вот сюда на радио Варны. Здесь идет презентация книги музыкального критика о болгарской эстраде эпохи социализма.
Кстати, кто-то слышал в последнее время о музыкальной эстрадной критике у нас? По-моему, это ушло уже давно в прошлое. А вот здесь, в Болгарии, еще сохранился музыкальный критик, профессиональный, да еще и с докторской степенью. Вечер мой получился красивым и познавательным. Прошлась я по лучшим представителям болгарской эстрады от 50-х до 80-х годов. Любое, даже бесплатное мероприятие в Варне заканчивается хорошим вином. Все, еду домой. Вот так и прошел еще один день моей жизни в Варне.